Летать стали больше. Так говорят в Мирнинском аэропорту. Там подвели итоги работы за первый квартал текущего года. Как отмечается, число пассажиров увеличилось на 2,5%. С начала года там обслужили почти 70 тысяч пассажиров. 2500 рейсов, перевезли 120 тонн почты и почти 2000 тонн грузов. Как озвучило руководство Мирнинского авиапредприятия, к летним авиаперевозкам полностью готовы. Не забывают и о комфорте для пассажиров. Так, в здании аэровокзала установили новые стойки регистрации и кассы по продаже авиабилетов. Все работы внутри обещают завершить до конца июня.